Делаем сегодня покупки в Ашане. Вот хотим взять вот такой массажер для спины. Тут сразу вот много щупалец и будет прикольно делать массаж. Так, идем дальше за покупками. Наш папа сладкоежка. Его шоколадки сегодня что-то по супер цене. Ну, за декабрь месяц, в принципе, еще можно брать. Берем 4 штучки, возьму ему. Мама, я хочу вот это попробовать. Ну, давай, возьмем сегодня, попробуем, что это за шоколадка. Так, срок годности. Ты смотрела срок годности? Свежая. Так, также берем давай наши любимые джеки. 2 пачки возьмем, да? Чтобы хватило надолго. Так, а я хочу такого печенька. С кунжутом. Мам, можно я эту штуку взять? Да, бери вот эту. Давай еще, может, еще какой-то вот возьмешь. Ну, давай еще такой возьмем. Большие киндеры такие. К пиву возьмем вот эти прикольные сухарики. Так, семечки берем. Сан Саныч очень вкусные, соленые. Туда же еще акция, еще что-то можно выиграть. Тоже возьмем. Давай возьмем горошек. Давай бери вот этот. Да, давай. 2 штучки. Сейчас сезон, будем делать салаты. Так, молодец. Подсолнечное масло бери, давай. 2 штучки. Молоко, 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 молоко. Сегодня третье, что у нас есть из свежего молока. Тут не поймешь. Первое число. Подожди. 30.03. Не ему же 4 дня. Дата. 3 число тут стоит. На сегодняшнее возьмем это молоко. Ложи. Так, это сколько? Жми. 35. Так. Ложи имбирь. 89. Все, забирай. Бери дрожжи. Еще бери одну. Будем хлебушек печь. Так, какие будем брать сосиски? Потому что наших нету. Будем эти брать? Ну, бери эти. Одну упаковочку. Бросай. Берем еще такое вот ребро, порежем, зажарим. Вот такая полная корзина у нас сегодня вышла. Немного, но взяли пока все, что необходимое. Наш чек с корзинки составил 532 гривны 52 копейки.